наступил тот самый момент, ради чего, собственно, у нас сегодня и вебинар наш состоится. Сейчас мы услышим... Это моя любимая тема. Это мы услышим тему, которая любима не только мною. Эта тема любима огромным количеством людей. Тема «Молодо выглядеть» – это искусство. Рецепт эликсира молодости есть. Правда, тема восхитительна? «Молодо выглядеть» – это значит, твой организм работает как швейцарские часы. И обмен веществ отрегулирован идеально. И продукт, о котором сегодня будут говорить, он способен повернуть время вспять. Это изысканный продукт. И сейчас об этом будет говорить... Я передаю микрофон всеми нами любимого врача-нутрициолога, спикера онлайн и офлайн Дней здоровья во многих городах и странах, обладателя сертификата международного проекта ВОЗ по исследованию качества жизни населения и консультанта, врача-нутрициолога по продукту Project TV в Телеграме, в группе Тамары Васильевны Пшенниковой, где ее помощь просто неоценима. Ее консультация просто восхитительна. Люди без конца обращаются с консультацией к Нине Васильевне. Благодаря вот этому человеку ее филигранная подача, ее рекомендации дорогого стоят. И благодаря этому человеку тысячи спасенных жизней. Встречайте и нашими виртуальными аплодисментами. Давайте поприветствуем Нину Васильевну Колесникову. Добрый вечер, дорогие друзья. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Пожалуйста, в чате отметьте, как слышно. Замечательно. Большое спасибо Татьяне за... Такие новости замечательные, классные, за потрясающий оптимизм. Будем жить, ребята. Все у нас впереди. Сегодня у меня очень интересная тема. Вы знаете, я хотела подготовить ее давно. Я к ней давно шла. Я хочу, чтобы вы прочувствовали ее, как я. Потому что речь пойдет действительно об искусстве выглядеть молодо, быть здоровым даже в самые зрелые годы. Речь пойдет об уникальном продукте. В России подобного более ничего нет. Это беспрецедентный продукт. Продукт-специалист, который замедляет старение. Он поворачивает время вспять. Оригинальная формула, которая отличает его, это 12 самых мощных антиоксидантов. Приветствуйте. Это наш любимый продукт LV. Эксклюзивная формула, специальная разработка, богатый состав. И мы сегодня, я постараюсь вот рассказать вам самые интересные моменты про каждый компонент, про каждый ингредиент, чтобы вы сумели оценить мощь, силу этого продукта. Это не только защита ДНК от мутаций, от инфекций, которые есть, которые известны или которые еще неизвестны, которые будут. Это защита от агрессии окружающей среды, даже от прививок, от их последствий негативных. Это системный омолаживающий эффект на органы, ткани. Это очень гармоничный продукт. Очень продуманный комплекс. Это не только кардиопротектор. Здоровые сосуды, здоровые суставы, здоровые легкие, здоровые органы, печень, почки, поджелудочная, желудок и так далее. Это мощный онкопротектор. Это продукт, который борется и профилактирует аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит, неспецифический язвенный колит, аутоиммунный тиреидит. Сокровище в наших руках. Его называют мужская Виагра или женская Амазонка. Дивный продукт с дивными результатами, потрясающими. Эффект можно получить буквально через 30-60 минут. Итак, продукт, который состоит из 12 антиоксидантов. Почему мы стареем? Ну, потому что у нас идет
с возрастом накапливаются и шлаки, и токсины, на нас воздействует агрессивная экология, мы не допиваем воду, мы обросли вредными привычками, накапливаются свободные радикалы, которые разрушают органы и ткани на клеточном уровне, клетки испытывают гипоксию, и вот это кислородное голодание тоже приводит к различным проблемам. Вот смотрите, в каменном веке люди жили, ну, в среднем 20 лет, продолжительность жизни была. В средние века 40, к концу 20 века 75 лет. А в наше время 90 и более. Вот даже я знаю людей, долгожителей, которым за сотню. В нашей стране процентов 60-75 – это люди пожилые. И после 90 эти люди считаются долгожителями. Ну, а мы с вами, в принципе, относимся к молодой категории. Почему стареет организм? Потому что свободные радикалы разрушают каждую клеточку. А старость ведь процесс обратимый, и стареть можно красиво. И я уже сказала, что в наших руках сокровище. Продукт многоплановый, продукт уникальный. Равных ему на сегодняшний день в нашей стране, да и вообще, наверное, в мире нет. Экстракт ягод асаи, который не только замедляет старение, это чудо-ягода, ягода красоты, это антиоксидант номер один в мире. И антиоксидантная активность экстракта ягод, она в 5 раз мощнее, больше темного шоколада, в 10 раз больше, чем в чернике, и в 20 раз больше, чем у винограда. Называют ягоды асаи бразильская виагра, или виагра амазонки, или фонтан юности, или королевская суперягода, бразильская жемчужина. Бразильские футболисты с удовольствием используют эту ягоду и перед тренировками, и после них, чтобы быстрее восстановить свою физическую активность. Одна медийная особа, американская ведущая, теледива Опра Уинфри. Ягоды асаи – это ее любимые ягоды, это ее любимый десерт, потому что не только воздействует благотворно на кожу, омолаживая, улучшая тургор кожи, убирая морщинки, но способствует наращиванию мышечной массы и снижению веса. Она всю свою жизнь борется с избыточным весом. Это королевская суперягода – растет на в Южной Америке, на пальме, и содержит более 3000 компонентов. Также она богата и белком, и богата омега-3, 6 и 9. Она не просто замедляет старение и стимулирует рост мышечной массы, стимулирует регенерацию клеток кожи, улучшает зрение, нормализует функцию репродуктивной системы, то есть улучшает, усиливает сексуальную активность не только у мужчин, но и у женщин. Это здоровье мужчин и женщин. Кроме того, понижает уровень сахара крови и снижает уровень холестерина. Согласитесь, то, что для нас актуально в любой семье, в любом доме, снижает артериальное давление, способствует, усиливает обмен веществ, выводит токсины и снимает аритмию, то есть налаживает работу сердечно-сосудистой системы, улучшает работу печени, почек, поджелудочной железы, желудочно-кишечного тракта в целом и хороша при болезнях легких, потому что имеет тропность вот к ткани легкого. То есть мы рекомендуем эти ягоды использовать людям, у кого хронические обструктивные болезни легких, бронхиальная астма, у кого аллергия. Заметьте, эта составляющая очень важна. Замедляет процесс старения, в том числе и мозга, то есть сохраняет наши когнитивные способности, способность ясно мыслить, запоминать,
быть интеллектуальным человеком даже уже в глубоком возрасте. При этом улучшается качество волос, ногтей, кожи, укрепляются кости, потому что имеет в своем содержании большое количество кальция, тонизирует, заряжает энергией, улучшается память и сон, снимает депрессию. А у нас все-таки сейчас очень много людей, особенно после ковидного состояния, вы знаете, людей даже с паническими атаками. Если ранее это была редкость, то сейчас просто необходим вот такой элемент, как ягоды асаи. И нам, о чудо, повезло, потому что именно этот компонент входит в удивительный продукт ЛВ. Этот продукт стимулирует умственную деятельность. И не надо пить кофе, не надо пить большими дозировками зеленый чай или обычный черный чай. Снимает боль в суставах и в позвоночнике. Вот согласитесь, но это вообще актуально. Я уже говорила, что способствует быстрому восстановлению после спортивных тренировок. И кроме того, экстракт ягод обладает иммуномодулирующим эффектом. Повышает иммунитет. Самое главное, способствует выработке серотонина, гормона счастья. Противоаллергическое средство и противоастматическое, я подчеркиваю еще раз. 86% обменных процессов на клеточном уровне идет вот на мембране клетки. То есть мембрана, она представляет собой таможню клетки. Значит, что-то пускает, что-то выпускает, а что-то не допускает в себя. Так вот, именно экстракт ягод асаи защищает мембрану, позволяет ей правильно распознать чужака и впустить нужные компоненты. Улучшает процесс запоминания, внимания, содержит такие витамины, как группы В, Е, С, содержит железо. И, конечно, этот продукт рекомендован практически всем, и старикам, и людям среднего возраста, и молодым, подросткам, беременным, для того, чтобы организм развивался гармонично и полноценно. Да, этот продукт очень гармоничный, очень достойный, очень продуманный. Вы знаете, ведь эта композиция складывалась в мозгу биохимиков, ну, я бы сказала, наверное, годами. И обладает эффектом синергизма, то есть усиливает эффект друг друга вся композиция ВЛВ. И дает вот такой мощный синергетический эффект, учитывая и прекрасную технологию, производственную практику, уникальную технологию, когда по максимуму сохраняются все полезные свойства. Следующий компонент, который входит в наш замечательный продукт, это ягоды годжи, экстракт ягод годжи, мощный антиоксидант. Это тоже чудо природы. Это адаптоген, снимает усталость, стресс, усиливает, повышает физическую активность и укрепляет иммунитет. Он содержит в одной маленькой ягодке, представляете, 18 аминокислот, 8 из которых незаменимы, минералы, витамины. И кто хочет чувствовать себя прекрасно, сохранить бодрость, активность, подавить чувство голода, потому что именно употребление этих ягод создает потрясающий эффект. Они набухают в желудке, создают объем. И таким образом можно меньше съесть, преобразовывают лишний жир, который у нас уже накопился, и сжигают его, превращают его в энергию, повышают иммунитет, снижают холестерин, нормализуют уровень сахара в крови, подавляют чувство голода, повышает уровень гормона лептин. Он не так давно изучен и, скажем так, найден учеными, и уже доказано, что он действительно подавляет аппетит. Витамины группы В, Е, С, железо, магний, марганец, медь, кальций, цинк. Вот
то, что входит в эти ягодки годжи. Кроме того, экстракт ягод годжи улучшает состояние кожи, укрепляет и улучшает зрение, укрепляет зубы, кости и избавляет людей от бессонницы, от депрессии. Восстанавливает работу нервной системы, улучшает проводимость нервных импульсов, защищает и восстанавливает поврежденную ДНК. Профилактика, предотвращение таких заболеваний, как инсульт, инфаркт. То есть это еще и ангиопротектор. Этот продукт, да, улучшает не только нашу физическую активность, но помогает снизить вес и укрепить мышцы. Вот почему его так обожает Опра Уинфри. Следующий наш продукт, который тоже нас радует, потому что входит в состав замечательного продукта, это экстракт листьев зеленого чая. Обладает уникальным эффектом. Несет только пользу. Это мощный антиоксидант. Он замедляет процессы старения, защищает от вредного воздействия агрессивного, от свободных радикалов, выводит шлаки и токсины, чистит печень и даже нейтрализует такие токсины, шлаки и яд кобры. Хорошо освежает, тонизирует, предотвращает гипоксию, улучшает состояние кожи, повышает артериальное давление для гипотоников и нормализует для гипертоников, не повышая его. Сжигает жир, повышает иммунитет, защищает зубы от кариеса и от неприятного запаха изо рта, стимулирует работу сердца, борется с фотостарением и защищает от агрессивного спектра ультрафиолетового излучения. Также нормализует сахар крови и понижает уровень плохого вредного холестерина. Помогает тоже снизить вес, улучшает память, восстанавливает запас энергии, защищает от мутагенов, то есть от мутаций, защищает ДНК от повреждений, хорошо освежает, тонизирует, утоляет жажду, предотвращает гипоксию. Это легкое мочегонное и, кроме того, чистит почки. У него выраженное противомикробное действие. Бактерицидный эффект. Это значит, налаживает работу желудочно-кишечного тракта. Избавляет человека от запоров и от вздутия живота. Улучшает память. Состояние кожи и в целом улучшает самочувствие. Кстати, кто не успевает записывать за мной, вы можете делать скриншоты. Повышает иммунитет и борется с признаками старения. Улучшает тургор кожи, что немаловажно. Поэтому именно восточные люди, кто использует очень много зеленого чая, вы знаете, у них кожа как-то прямо... Даже кому за 40, за 50, за 60, ну, никак не хочет стареть. Следующий наш компонент, который входит в замечательный продукт LV, это экстракт виноградных косточек. Используется, конечно же, розовый виноград. Не забудем про французский феномен. Ведь во Франции людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы намного меньше, и смертность у них намного ниже, чем в любой другой европейской стране. Экстракт виноградных косточек снижает артериальное давление и препятствует образованию тромбов. Это очень важно. Очень много смертей идет у нас именно от тромбоэмболии. Понижает уровень холестерина, снижает риск рака на 50%. Это мощный онкопротектор. Снижает вязкость крови. Нормализует кровообращение. Тоже защищает нервную систему. Улучшает выработку коллагена. Именно потому его используют, это средство, экстракт виноградных косточек в косметологии.
Укреплять связки и кости, значит, нам его обязательно нужно использовать, потому что с возрастом мы теряем не только влагу, мы клетки перестают активно делиться, делятся медленнее, мы накопили много проблем, мало пьем воды, не соблюдаем водно-питьевой режим, а именно экстракт виноградных косточек укрепляет связки и кости. Это очень важный момент, чтобы не было переломов, не было растяжений, чтобы не болели суставы. Кроме того, этот компонент предотвращает старение, разглаживает морщины, даже глубокие, благотворно влияет на работу сердца. Это и кардиопротектор, и ангиопротектор, в том числе благотворно влияет на сосуды головного мозга, укрепляет и сосуды, и капилляры, очищает их от холестерина, но при этом улучшается память, кровообращение в сосудах головного мозга. Это и профилактика, и способ ликвидировать последствия инсульта, инфаркта, способствует заживлению ран и ожогов, позволяет легче пережить химиотерапию и лучевую терапию. Кроме того, создает мощный барьер против вирусов, бактерий, грибков и защищает от негативного воздействия ультрафиолетового излучения, от агрессивного спектра. Нормализует иммунитет и обязательно используется при лечении и корректировке аутоиммунных заболеваний. Следующий наш компонент, на который тоже стоит обратить внимание, это ресвератрол. Хорошо ли меня слышно? Откликнитесь, пожалуйста. Замечательно. А то мне показывает, что у меня нестабильно идет интернет. Так. Итак, ресвератрол. Содержится в орехах, в кожуре винограда, в какао. Это продукт препятствует старению кожи. Он в 5 раз эффективнее бета-каротина. В 20 раз витамина С и в 50 раз витамина Е. Это очень мощный антиоксидант. Если вы бывали на выставках по здоровью, где предлагают разные фирмы различные биологически активные добавки, вы можете увидеть отдельные баночки, отдельные флакончики с ресвератролом. Но я горда тем, что наш LV именно содержит его как один из компонентов, один из 12 антиоксидантов. А не монопродукт, понимаете? Он очень мощный антиоксидант. И тем не менее, он в себе содержит вот этих антиоксидантов, которые профилактируют, обладают ангиопротекторным эффектом и профилактируют инсульты, инфаркты, содержит в себе такое количество антиоксидантов, которые, ну, наверное, соответствуют ящику красного хорошего вина. Снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, рекомендован при болезнях суставов, позвоночника, защищает целостность ДНК, восстанавливает иммунитет и обладает очень мощным противовирусным эффектом. Это онкопротектор, повышает работоспособность и дает энергию, стимулирует память, выносливость и работоспособность, предупреждает преждевременное старение. Также понижает уровень сахара крови, повышает чувствительность клеток к инсулину, повышает хороший холестерин и понижает плохой. И кроме того, очень важный момент, активирует ген долголетия, сиртуин. Это доказано Гарвардским университетом. Защищает от вредного ультрафиолетового излучения. Улучшает работу почек, печени, поджелудочной железы, профилактика тромбозов, в том числе и в капиллярах. Убирает пигментные пятна, купероз, то есть очень мощное положительное влияние на кожу. Замедляет старение, показан при болезни Альцгеймера и деменции, и при Паркинсона болезни.
улучшают память. Потрясающий продукт, очень мощный, очень надежный, очень оптимизирует жизнь людей. Я уже говорила, это и хороший ангиопротектор, и кардиопротектор. У него противоопухолевое действие, он онкопротектор, нейропротектор, антиагрегант, то есть профилактика тромбозов, то, о чем я говорила. Мощный противовоспалительный эффект, участвует в метаболизме жиров, противовирусное средство. И, по-моему, мы проскочили один из слайдов. Сейчас посмотрим. Нет, все в порядке. Следующий наш компонент, который входит в состав LV, это ликопин. Это очень сильный каротиноид, антиоксидант. Содержится в красных плодах. Томаты, перец, клубника, калина, онкопротектор. Это очень мужской продукт. Он защищает ДНК от мутаций. Профилактика рака предстательной железы. Профилактика доброкачественных изменений в предстательной железе. То есть профилактика аденомы простаты. Снижает плохой холестерин. Снижает риск развития атеросклероза. То есть очищает сосуды от холестериновых бляшек. Это прекрасный иммуномодулятор. Подавляет болезнетворную кишечную флору. Защита печени, защита организма в целом от вирусов, в том числе ОРВИ, СПИДа, герпеса, от вирусов, которые есть и которые будут, которые еще даже пока неизвестны человечеству. Вы можете себе представить, это мощный продукт, защита в том числе и от ковида, от свиного гриппа, от птичьего и так далее, от всех тех модификаций, которые придумывают в некоторых лабораториях. Это защита от рака желудка и кишечника. Это кардиопротектор, потому что нормализует тонус сосудов и снижает вязкость крови. Это защита репродуктивной системы. Немаловажный фактор, согласитесь. Для женщин это профилактика мастопатии, рака груди, шейки матки. А для мужчин, да, это профилактика не только атеросклероза и болезней сердца, но и положительное влияние на предстательную железу. Поддерживает сексуальную активность и в 500 раз активнее витамина Е. То есть как бы поддерживает, активизирует репродуктивную функцию. Снижает риск развития дистрофии сетчатки. И на 73% сохраняет сетчатку глаза. Это очень важный момент. Если вы просто будете кушать помидоры килограммами, вы не добьетесь такого эффекта, потому что специальная обработка, экстракция самого полезного, сохранение и высокая биоусвояемость, вот именно такая продукция профилактирует такие заболевания, как развитие катаракты, глаукомы, защищает глаза от вредного спектра ультрафиолетового излучения и оберегает хрусталик от окисления белков, от помутнения. Очень показан в возрастной категории населения и не только мужчинам, но и женщинам. Продукт действительно уникальный, в наших руках сокровище. Следующий компонент, следующая составляющая – это кверцетин. Он действительно замедляет старение, и обычно он встречается в яблоке, в луке, но 90% его содержится в облепихе. И вы богаты, если у вас на дачном участке растет облепиха, вы ее собираете, делаете сок, перерабатываете по минимуму температурной обработки, потому что кверцетин – это флавоноид, антиоксидант. Он активирует ген самоуничтожения раковых клеток. Раковая клетка заканчивает свою жизнь самоубийством. То есть это мощный онкопротектор, антимутаген. Защищает ДНК. Противовирусное действие высокое. Увеличивает усвоение витамина С. Улучшает иммунитет. Это иммунопротектор, иммунорегулятор. Быстрое восстановление после травм обеспечивает, снимает усталость, укрепляет кости,
уплотняет стенку сосудов и снимает вот моменты воспаления, потому что организм стремится вот этот момент воспаления, повреждения эндотелия стенки сосуда, быстренько залатать. Почему образуются холестериновые бляшки? Это организм стремится залатать повреждения. Вот укрепляет кости, укрепляет стенку сосуда, значит, это профилактика атеросклероза, снимает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина в крови, понижает артериальное давление, восстанавливает и нормализует капиллярное кровообращение. Это борьба с гипоксией тканей. При заболеваниях суставов и при бронхиальной астме тоже рекомендован и показан. Выраженный противовоспалительный эффект обеспечивает регенерацию тканей, быстрое заживление и восстановление после травм. Способствует выработке серотонина, гормона счастья. Вот представляете, когда мы употребляем эту продукцию, действительно, настроение прекрасное, ощущение полета, как будто пелена спала с глаз. Вот жизнь, понимаете, вот из этой рутины, вот этот дом, работа, работа, дом, дача. И вдруг как будто бы радуга, как будто бы вот красками жизнь заиграла. Вот как в молодости, как в юности, хочется многое сделать. Вы знаете, становитесь просто вот харизматичным, энергичным, веселым. Люди тянутся к вам, они хотят с вами взаимодействовать, потому что вы необычный, вы активный, вы веселый, а не поникший, с потухшим взглядом. Так что этот продукт достоин вашего внимания. Следующий наш продукт – это цинк. Уже слышали, знаете, что без цинка нет жизни на Земле. У нас, к сожалению, дефицит цинка у 100% населения. Содержится в орехах, в помидорах, чесноке, семечках и участвует в синтезе гормонов – инсулин, тестостерон, гормон роста, отвечает за здоровье и красоту и качество кожи, волос, ногтей и костей. Отвечает за половое созревание подростков, за качество сперматозоидов, за здоровое будущее поколение. Отвечает также за зрение, вкус, обоняние, память и интеллект. Участвует в передаче генетической информации. Если качественные сперматозоиды, ребеночек будет здоров. Дефицит цинка приводит к снижению иммунитета. При алкогольной зависимости он просто необходим, потому что противостоит этой зависимости. Противовоспалительный эффект при инфекциях, при болях в суставах, при аутоиммунных заболеваниях. Способствует усилению выработки тестостерона. Предотвращает простатит, аденому предстательной железы и увеличивает биосинтез коллагена. Также выводит соли тяжелых металлов, замедляет старение клеток, предотвращает бесплодие, в том числе и женское, и мужское, и даже олигоспермию. Способствует заживлению язв в желудке, в двенадцатиперстной кишке, в кишечнике при язвенном неспецифическом колите, при эрозивном гастрите рекомендован, поскольку тоже способствует заживлению. Это своего рода даже борьба с хеликобактер. Продукт удивительный, уникальный. И в сочетании антиоксидант, и в сочетании с селеном, вот эта сладкая парочка, очень мощный эффект дают. Или копин плюс придачу. Они очень мощно и сильно работают, потому что усиливают эффект друг друга. Это и профилактика и защита от рака предстательной железы, и хорошая работа щитовидной железы. Следующий наш продукт, которому стоит уделить тоже внимание, это селен. Удивительный антиоксидант, мощный. Вы, наверное, тоже уже слышали, что это микроэлемент. Он защищает ДНК, он стимулирует и восстанавливает, и организует работу иммунной системы.
организует контроль за работой щитовидной железы. А ведь щитовидная железа как дирижер в нашем организме, которая регулирует все процессы, работу нервной системы, головного мозга, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. Вот одно без другого не работает. Регулирует, возвращает репродуктивное здоровье. Особенно у мужчин. Это борьба и с мужским бесплодием, и с женским бесплодием. Защита от рака. Мощный онкопротектор. Защита от аллергий. Это бич 20-21 века. Защита и профилактика атеросклероза, ишемической болезни сердца. Защита от вирусов. Это крепкий иммунитет. Это профилактика катаракты. Таких заболеваний аутоиммунных, как ревматоидный артрит, бронхиальная астма, входит в состав более 200 ферментов и гормонов. Он участвует в их синтезе. Без его присутствия не будет вырабатываться нужные белки и образовываться нужные ферменты, нужные гормоны. А это значит полный дисбаланс. Именно селен усиливает активность стволовых клеток, поддерживает эластичность кожи и замедляет старение кожи. Кроме того, это доказано, снижает смертность от рака на 50%. Также он очень полезен как кардиопротектор, ангиопротектор. Он хорошо чистит сосуды. И порой люди готовятся к операции шунтирования или стентирования при хорошем использовании продуктов, содержащих селен. Через некоторое время, оказывается, операцию делать не надо. То есть настолько улучшился просвет сосуда, что нет необходимости, улучшилось кровообращение, нет необходимости делать операцию. Вот такие ингредиенты входят в состав замечательного LV. Полезный глутатион. L-глутатион – это трипептид. Он образуется из трех аминокислот – глицин, цистеин и глутаминовая кислота. В принципе, вырабатывается во всех клетках организма, но более активен он, когда вырабатывается в печени. И есть диетический глутатион, то есть из продуктов питания. Он содержится во фруктах, овощах. Это картофель, морковь, шпинат, спаржа, брокколи, вот вы видите здесь на картинке, авокадо, лук, чеснок, помидоры, кабачки, персики, перец, яблоки. Хочу отметить, вот то, что я перечисляю, вспоминайте, мы с вами об этом уже говорили, это продукты афродизиаки. Грейпфрут, бананы, дыня, бобовые, грецкие орехи, сыр, молоко, творог, йогурт, мясо курицы, индейки, шпинат. Голодными не будете, но в таком количестве вы не сможете съесть этот объем продуктов для того, чтобы получить нужное количество глутатиона. Проще, имея вот эту вот жемчужину, это вот сокровище в руках, комфортно стареть, красиво стареть, причем не в напряг. Две капсулы с утра или же одна утром, одна в обед, пожалуйста. И вы защищены на весь день. Вы защитили себя от риска развития инфаркта, инсульта, онкологии. Потому что удержать себя от вредного воздействия свободных радикалов чрезвычайно сложно. Мы не живем на необитаемом острове. У нас катаклизмы и погодные, и экология несовершенная. И этот продукт, он именно нас защитит. Его называют великий детоксикант, маэстро иммунитета. Отец всех антиоксидантов. Это главный антиоксидант. И защищает клетку и от агрессивного воздействия свободных радикалов, замедляет старение, очень мощный антивозрастной эффект. Детоксикация печени, легких, снимает воспаление, разжижает мокроту. Чувствуете? При болезнях легких, при болезнях суставов все подходит. Усиливает отхождение мокроты, улучшает работу головного мозга, сохраняет ясность мышления на долгие годы, снижает уровень сахара крови,
Опять-таки, анализируйте при сахарном диабете, улучшает резистентность к инсулину, способствует снижению веса, восстанавливает поврежденные ткани, выводит все, практически все шлаки, токсины, попавшие в клетку извне или образованные в процессе жизнедеятельности клетки. Вы знаете, эта составляющая, ну, в нашей стране, скажем так, используется не так давно, а в таких странах, как США, Европа, Япония, давно делают капельницы с глутатионом в детокс и бьюти-программе. А здесь очень удобная форма. Все входит в капсулу. Никаких тебе капельниц, никаких повреждений сосудов. Все очень удобно. Компактно, комфортно, а главное, эффективно. Следующий наш компонент – это супероксид дисмутаза. Это удивительная составляющая. Получает ее из французской дыни, из особого сорта. Это уникальный фермент природного происхождения. Мощный антиоксидант. Рекомендуется как противовоспалительный компонент. При гепатите В рекомендован. При саркоидозе, заболевания легких, в том числе как аутоиммунный компонент. Помогает бороться со стрессом и усталостью. Наладить сон. Снять раздражительность положительно влияет на состояние кожи, разглаживает морщины, увлажняет, питает. И по степени антиоксидантного эффекта превосходит витамин Е в 1000 раз. Кроме того, активирует ген долголетия, сиртуин. Вот она, антистарость. Вот рецепт молодости, рецепт антиэйдж. Анти-эйдж эффект, замедление процессов старения. Совершенно дивная композиция, потрясающие составляющие, и все вместе они усиливают эффект друг друга. Когда я начала использовать впервые продукт LV, вы знаете, вот я говорю, как пелена спала с глаз, я почувствовала какую-то притягательность к себе. По-моему, даже развилась харизма. Мое такое ощущение, не хочу хвастаться, но если вы хотите быть душой компании, душой в коллективе, быть положительным, позитивным, энергичным, не уставать, ножки не болят, ишалгия не тревожит, позвоночник не беспокоит, головные боли забыли, у вас связки, суставы, все работает активно, вы подвижны, вы как попрыгунчик. Вы знаете, вот этот продукт именно такой эффект и дает. Ну, я обожаю этот продукт. Это, наверное, мой любимчик. Это я хочу, чтобы вы тоже прониклись, поняли, прочувствовали. И это все очень просто. Нужно просто приобрести его и использовать. Да, люди возрастные иногда отмечают, что им достаточно одной таблетки, одной капсулы в день. И тем не менее тоже отмечают активность, хорошее настроение. Вы знаете, как важно быть, когда ты уже за 60, не быть кому-то в тягость. А если ты один, чтобы ты сам себя мог обслуживать. Вот наш продукт LV поможет вам в этом. Вы представляете, какое сокровище в наших руках. Следующий наш составляющий – коэнзим Q10. Кто-то скажет: «О, я могу в аптеке купить». Да, вы можете купить в аптеке, но я вам гарантирую, что лучше, сильнее, биодоступнее вот этой составляющей именно в продукте LV вы не найдете ни в какой аптеке. Это природное жирорастворимое витаминоподобное вещество, и частично оно вырабатывается в печени. Это важный биохимический катализатор, это энергия в клетку, это ведь старость – это когда наступает митохондриальная недостаточность, понимаете? После 30 лет у нас митохондрии испытывают дефицит энергии. Вот именно коэнзим Q10, он дает эту энергию, он привносит ее в клетку, он
рекомендован всем после 30. Ну, конечно же, есть особые случаи, когда мы рекомендуем и деткам с особыми патологиями, правильно? Он улучшает работу мозга, работу нервной системы, нервную проводимость, насыщает сердечно-сосудистую систему кислородом. Это профилактика коронарного артериотромбоза. Вот то, о чем я и говорила. Это иммуномодулятор и укрепляет иммунитет. Кожа становится упругой, эластичной. Уходят пигментные пятна. Это борьба с куперозом. Это омоложение кожи. И, конечно же, рекомендован при болезни Альцгеймера, Паркинсона, при болях в позвоночнике, в суставах, при ишалгии, я уже повторяюсь, но я это про себя говорю, потому что для меня это спасение, когда хронически застуженный нерв, чтобы вот он не давал о себе знать, чтобы я не уставала при ходьбе, чтобы можно было делать там свои 4, 6, 8, 10 тысяч шагов, активно ходить, чувствовать себя, да, юной. Вот этот продукт спасает. Это защита ДНК клетки, в том числе и от мутаций, и напитывает ее энергией ДНК. Улучшает репродуктивную функцию. Это жиросжигатель. Он очень мягко снижает вес, мягко снимает давление и рекомендован, если вы принимаете статины. Благотворно влияет на работу печени, почек, поджелудочной железы, легких. Удивительный, многоплановый продукт. У него точка приложения каждый орган, каждая клеточка в нашем организме. И содержится он в диетических... Каких диетических? Это диетическая составляющая. В говядине – это печень и плечо, жареный цыпленок, это грудка курицы, свинина, плечо, бедро, фисташки, арахис, яйцо, рыба, ну, некоторые сорта, например, тунец и скумбрия, петрушка. Он защита при химио- и лучевой терапии, способствует регенерации тканей и тормозит рост злокачественных клеток. Наиболее активная форма его – убихинол. Его нужно в 10 раз меньше. Вот именно этот убихинол содержится в нашем ЛВ. И он эффективнее, и концентрация в крови его меньше, а дает потрясающий, дивный, хороший такой пролонгированный эффект. Улучшает мозговое кровообращение. Это профилактика инфаркта, инсульта. Опять же, болезни Альцгеймера, деменции и Паркинсона. Это то, от чего сейчас страдает наше возрастное население. Это ваши престарелые родители или, может быть, рано постаревшие мужья. И вы можете им помочь. Вы можете помочь своим близким, своим друзьям, своим знакомым, незнакомым. С этим продуктом жить легче. Он снимает не только хроническую усталость. Он геропротектор. Он защищает от старения. Он наполняет человека желанием жить. Вы знаете, просыпаются таланты. Кто-то начинает писать картины. Кто-то, кому за 60, ходят на танцы, на экскурсии, на выставки. У меня двое знакомых, кто организует свои личные выставки, именно используя эту продукцию. Начали вдруг писать картины. И возвращает вот желание жить, острота радости жизни. Хочется вдохновения, наслаждения от этой жизни. Вот что дарит этот продукт. Он действительно совершенно дивный. Это эликсир молодости. Это готовый рецепт. Вам не надо бегать ни по рынкам, ни по каким-то магазинам, покупать какие-то экзотические продукты. Все в двух капсулах. Если есть какая-то особые показания, совершенно недавний наш результат на использовании продукта ЛВ, онкология у женщины, когда четвертая стадия, когда метастазы, и менее чем за год она на продукции Project V, и в частности на продукте ЛВ, вытащила себя и сейчас не находит ни одной онкологической клетки. Она рассасывала этот продукт каждые 2 часа, потому что очень тяжело переживала химиотерапию. И нужно было вытягивать себя.
потому что помочь некому, потому что, ну, практически дома одна. Даже когда плохо, очень трудно доползти до кухни за стаканом воды. Вот этот продукт LV вернул ее к жизни. Потрясающий, дивный результат. Поэтому все в наших руках, в ваших руках. Примите правильное решение. И еще одна подсказка для вас. Вот продукт LV – это как целая программа омоложения. А если вы к нему добавите еще продукт M, омега-содержащие, омега-3, добавите продукт P – это спокойствие, работа, правильная, хорошая работа нервной системы, сердечно-сосудистой системы, тоже желудочно-кишечного тракта, и продукт S, содержащего бифиды и лактобактерии. Вот это наимощнейшая программа, которая защитит вас от всех невзгод, которая как готовый рецепт жизни и молодости, и продления жизни, и профилактики разных заболеваний. Она поможет вам комфортно жить, комфортно, продуктивно работать, состояться в этой жизни, быть социализированным, активным, востребованным, любимым, счастливым. Не забывайте надевать на себя по утрам счастье. Счастье, улыбку и благодарность Вселенной. Постаралась донести до вас то, что чувствую сама. Вот говорю, а у самой мурашки, потому что обожаю этот продукт. Бессмерно благодарна ему. И хочу вам пожелать всегда быть молодыми, энергичными, здоровыми, красивыми, радостными. И вас ждет через неделю совершенно потрясающая встреча с удивительными людьми. Это профессионалы с Татьяной Лученковой, Натальей и Василием Скачиловыми. Они расскажут об истории компании. Да, нам уже 26 лет, день рождения компании. Это история бренда, его преимущества. Истории людей, которые с этой компанией, с этой продукцией обрели здоровье, финансовую независимость. Познали, что такое успех и признание. Это участники больших путешествий, обладатели сертификата Всемирной организации здравоохранения по исследованию качества жизни, профессионалы, к чьему мнению прислушиваются Скачиловы, Наталья и Василий. И вы с ними встретитесь в четверг. Я приглашаю вас на эту встречу с большим удовольствием. И помните, вместе мы – сила. До следующего четверга. Всего доброго. Спасибо.